Летняя оздоровительная кампания в Нефтеюганске прошла на высшем уровне. Такую оценку дали местные депутаты работе департамента образования. Некоторые народные избранники предложили уже сейчас задуматься о следующих каникулах. Например, не делать в учреждениях культуры и спорта лагеря с дневным пребыванием. У нас нет лечебных кабинетов, медицинских кабинетов с лицензией, какой требует Роспотребнадзор, да, мы не можем оказывать, соответственно, качественные услуги медицинского персонала. Нет в учреждениях культуры и спорта еще и столовых, из-за чего детей приходится по несколько раз в день водить в другие места, порой довольно далеко. С этим столкнулась и детская школа искусств. Ее руководство видит решение проблемы в распределении школьников в образовательные учреждения. А на базе той же ДШИ проводить исключительно творческие мероприятия. Однако такой вариант для нашего города невозможен. Многие школы в первую смену заняты, там проходит ЕГЭ. Я считаю, что сегодня вопрос должен вставать глобально на перспективу создания какого-то у нас все-таки единого места для организации летнего отдыха. Этот вопрос решено обсудить на заседании межведомственной комиссии, тщательно продумать возможные выходы из сложившейся ситуации. Другая тема, которая интересовала депутатов, почему крытый каток не работает в полной мере. Как выяснилось, подрядчик выполнил работы не до конца. В связи с этим у нас сегодня приобретен новый чиллер подрядчиком, установлен. Вот. И были замечания по водоподготовке. На сегодняшний день они не полностью устранены, но объект может функционировать. Пока крытый каток принимает лишь юных спортсменов. На льду занимаются хоккеисты. Что касается массового катания, то оно начнется, как только подрядчик исправит все замечания. Со стороны администрации для этого все готово. Шкафы для переодевания поставлены, коньки закуплены. Кристина Кучерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».